Всем привет, друзья! Хочу сегодня представить вам уникальный инструмент, который пришел к нам из глубины веков. Он называется нордики. Это такие барабанщики, которые многофункциональны. У них есть разные способы звукоизвлечения игры на них. Могу продемонстрировать. В данном случае это звучит как барабан. Второй вариант звукоизвлечения – это удивительный инструмент, который показывает на шум океана. Третий вариант у нас есть пульсация. Это была пульсация. Сейчас звук цикад в степи. Период сумерек, когда начинается заводиться хор цикад. Степь. А еще один вид исполнения на нем звукоизвлечения – это в виде шейкера. А еще есть у нас такой вид звукоизвлечения, необычный, коленями.
И все это в одном инструменте, который называется нордики.